18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым и Севастополя. Возвращение многострадальной территории домой как год назад, так и сегодня отмечается в России во всех городах народными митингами-концертами. В Брянске отпраздновать годовщину исторического воссоединения Крыма с Россией народ пришел на площадь партизан. Вообще для всех важно, и для Брянска в том числе. Мы все рады, довольны. Очень здорово. Один Владимир Русь крестил, второй Владимир возродил. Мы с семьей сегодня пришли, мы здесь рядышком живем. Мы вообще очень патриотичная семья. Мы очень рады, что Крым присоединился к России. Мы давно этого ждали, мы плакали, когда это все соединилось. Мы не понимаем до сих пор, как все это можно было вообще сделать, вот эту всю операцию. Это очень большой праздник. Мы счастливы безумно просто, что Крым теперь Россия. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, словно мы 100 000 я. Над тобою солнце светит, льется с высоты. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, очень важно, что в год 70-летия победы советского народа над фашистской Германией Крым наш. Крым всегда был ведь исключительно русским. И когда в последние годы Крым находился вне нашей страны, не покидало у наших ветеранов чувство несправедливости. Ведь каждая пядь этой земли омыта русской кровью, кровью нашего солдата. Я думаю, что нужно нам сейчас быть всем вместе, поддерживать и Крым, и президента, и все наше направление, и, конечно же, все вот эти санкции, которыми мы подвержены. Это все такое испытание, которое мы все вместе пройдем. Русский человек и не такое видел, и проходил. С удовольствием я пришел на наш общий праздник, потому что это мне очень близко. Год назад мы были в составе делегации от Всероссийского педагогического собрания. В Крымской весне участвовали, встречались с педагогами, встречались с жителями. И действительно было видно желание крымчан, всех крымчан, вернуться в Россию. Я думаю, что это величайшее событие в нашей истории. И я благодарю Бога, что я живу в это время, что я застал тот момент, когда Россия стала полноценной, воссоединилась, когда этот наш оплот, Крым, с нами, и мы с ним, мы все вместе. В горниле победы сегодня, как старь, опять закаляется Родина.